Пройдут века, уйдут слова из жизни, такие, как война, атаки, бой. Но те, кто пал когда-то за отчизну, чтить будем вечно, это долг святой. Все дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной войны. Но память о войне остается, живая и нетленная память народа. Деревня Лепешки, Ивевского района Гродненской области. Улица Алинциновича. Проходя по ней, захватывает дух. Непроизвольно выступают слезы и просыпается чувство патриотизма и благодарности к своим дедам и отцам, совершившим поистине великий подвиг в те суровые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Ведь мы и есть те, ради кого он был совершен. Именно нам выпала честь сохранить и передать наследие великой победы будущим поколениям. Станислав Ипполитович Алинцинович родился в далеком 1908 году в деревне Крычники Токаевского сельсовета Вертишковского района Молодечинской области в белорусской крестьянской семье. Закончил 4 класса, работал в сельском хозяйстве. С 15 августа 1943 года по 15 февраля 1944 года Алинцинович Станислав Ипполитович являлся разведчиком, подрывником партизанского отряда имени Суворова, бригады имени Сталина, которая действовала в Вертишковском и других районах Молодечинской области. Вместе с партизанами отряда Станислав Ипполитович участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков, совершал диверсии, в ходе которых было пущено под откос 6 немецких эшелонов. 15 февраля 1944 года Алинцинович Станислав Ипполитович при выполнении задания командования отряда погиб в деревне Чешейки Трапского сельсовета, посмертно награжден орденом Красного Знамени. 18 августа 1956 года имя Алинциновича Станислава Ипполитовича внесено в списки партизан Беларуси. Уйдет война, оставят списки погибших в памятном бою, застыли кровью обелиски в бессмертном каменном строю, пал смертью храбрых, отвечаем, и вновь живем грядущим днем, минутой скорбного молчания, давайте павших поминем. Мы благодарны солдатам, подпольщикам, партизанам, всем тем, кто приближал День Победы. Пока мы помним, поле памяти не зарастет никогда.